Здесь все для того, чтобы праздничный стол был самым изысканным. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Сочинцы выбирают качество. Я уже не первый раз на выставке, и качество данной продукции всегда находится на высоте, поэтому, наверное, многие жители предпочитают данную продукцию. И к Новому году там и икра, и рыба, наверное, будет кстати очень. Качество рыбы достигается благодаря особой технологии приготовления. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины ЕДА. Купить рыбу, морепродукты и красную икру можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на выставке ярмарки «Новогодняя шкатулка» с 14 по 17 декабря в выставочном центре на Несебрской 1Б.